Привет, с вами Руслан, вы на канале Паф, и мы начинаем играть в игрушку под названием Car for Sale by DriveSell. Собственно, я приехал с отпуска и немножко охриплый еще, уставший, точнее, почему уставший, я же в отпуске был-то, я отдохнувший наоборот, просто уставший от дороги, тут сразу на работу, короче, игра, и ой, сейчас погнали, поиграем. Короче, вот, сегодня будем играть в эту игру, я посмотрел, многие играют, и самый кайф в том, что я совершенно не разбираюсь в машинах, я просто нулина полнейшая, поэтому будет, может быть, забавно или интересно посмотреть, как я... Что там, гром, что ли, блядь, на улице? Гром на улице. Суть не в этом. Короче, вот, будем сейчас играть, будем смотреть, как играть. Я, короче, 4 раза ее запускал и не мог никак понять, какого черта у меня нет звука. А в меню, собственно, звука-то и так нету. Поэтому нажимаем новую игру. Смысл этой игры в том, что мы должны продавать машины, скупать машины, продавать запчасти, скупать запчасти, там, поносить людей, выторговывать машины, обманывать. И, собственно, вот открываем глаза. Смотрим. Я уже думал перезапускать запись, потому что звук, опять, только что какие-то проблемы со звуком были. Смотри, подтормажу чуть. Ладно, суть не в этом. Суть в том, что ни хрена себе, car for sale. А можно выйти отсюда? Нет, нельзя выйти. Хорошо. Так, спокойно, ты куда летишь, дяденька? Так, начало пути. Уберите весь мусор перед офисом. Хорошо, тогда уберем... А, я еще, короче, оглох на одно ухо. Пока был в отпуске. Оглох на одно ухо, поэтому это ухо не слышит. На это ухо не смотреть, смотри только на вот это ухо, которое слева. Правое ухо совершенно вам не должно быть интересно. Так, убрать мусор, хорошо, убираем мусор. Убираем доски. Мы, наверное, сняли какое-то помещение. Со временем, то есть мы, наверное, подкопили деньжат, сняли какое-то помещение. И сейчас это, кстати, можно все сдать. Это на мусор можно сдать и еще денежек заработать. Так, хорошо. Выбросить, я выбросил. Не знаю, что-то выбросил, что-то не выбросил. Так, вот это можно, оп, это в карман тоже, да, положим. Убрать мусор, хорошо. Так, все это можно сдать на металлолом. Открытие. Чтобы привлечь клиентов, вам нужно открыть свой офис. Вы можете открывать и закрывать офис, используя офисную дверь. Информация. Клиенты прибывают между 7 утра и 8 вечера. То есть они такие, да, или вечерние, утренние. Здравствуй, дверь. Открываем дверь. Так, подожди, а здесь можно выбрать угол обзора, геймплей, там что-то такое. Чувствительность мыши, нет, пока все нормально. Автозапуск двигателя тоже не нужно. Графика, управление. Так, видимо, короче, нельзя. Ну ладно, тогда хорошо. Хорошо, тогда еще лучше. Кастомизируй. Сейчас нам нужно название компании. Пожалуйста, откройте компьютер в офисе, войдите в раздел оформления, чтобы изменить название. Хорошо, измени, хрена себе. Нихуя себе, блядь. Смотри, снаружи так и не скажешь, что типа какой-то нормальный офис. А заходишь спереди, смотри, такая красота. Дверь закрой. Ненавижу, когда дверь открыта. Все, супер. Внутри-то он не такой и плохой, смотри, выглядит прям классно. Офис закрыт. Офис закрыт, потому что у нас ни хрена нет. У нас есть диван, у нас есть стол, и мы как, блядь, мне так нравится в играх, смотри. Мы, короче, такого роста, если вот так стоим, а мы как будто коротышки. У нас почти голова достает, блядь, до стола. Ну ладно, коротышка, это не значит плохо. Коротышка, это просто, имею в виду, я никого не хочу оскорбить. Вы меня извините, если кто-то коротышка, я конкретно вас не хочу оскорбить. Вот, собственно, да. Так, сейчас нужно, так, что нам нужно сделать? Открыть компьютер в офис, зайти его, в офис и войти в раздел оформления. Оформление, смотри. Так, чтобы изменить название. Маленький офис, средний офис. У нас пока маленький офис, да? Средний офис нельзя. Хорошо, и что? Эвакуация, офис. Ну, офис, так. Ага. Так, подожди, нет, хорошо. Так, еще раз давай, пожалуйста, откройте компьютер в офисе и войдите в раздел оформления. Улучшите свой офис. Так, вот мы и встряли, господа, дорогие. Раздел оформления, чтобы изменить название. Так как открыть-то раздел, блядь, оформления? Хуя не пойму, блядь. Веб-страница. А счета, ой, бля, ну это жестко. Это что-то жесткое здесь, поэтому я пока ничего... Улучшение, как открыть, блядь, подожди, может вот так сделать? Может вот как-то... Ну, и мне ничего улучшать не надо. Эвакуация. Буксировочный стол. Если у вас есть место для парковки эвакуатора, вы можете быстро перевозить свои транспортные средства в места для парковки. Хорошо, не, я не могу понять, какого черта, я не могу поменять название магазина. Вы мне скажите, как поменять там, блядь, название.
ебаного этого нашего, собственно, Carrefour Sale. Сейчас нам нужно название компании. Пожалуйста, откройте компьютер в офисе и войдите в раздел оформления. Ну, я вошел в раздел оформления, там офис открыт. Нахрена ты открылся? Я еще ничего не открыл. Давай еще раз попробуем. Обновление. А, подожди. Подожди, тут не обновление. В офисе и войдите в раздел оформления, блять. Блять. А я захожу. Вывеска, вот, смотри. Вывеска, вот, супер, смотри, название. Видите, блять, гениально. Просто гениально. Не оформление, не обновление, оформление. Все понятно. Так и назовем. По for sale. Нет, подожди. Так, подожди. Как же, блядь, назвать-то? Давай подумаем, смотри, как назвать так, чтобы это как бы бросалось в глаза, и можно было при виде этого сразу захотеть купить машину. Так, давай подумаем. Puff Sale, ну это прикольное название, но это название... так, а если... Puff Cars for Sale, или как? Нет, это дерьмово будет. Тогда получается... как? А как по-другому? А как по-другому-то назвать тебя? Ты мне можешь сказать? Хорошо, первое, Пав точно мы назовем. Это 100%. Потому что... Пакмен. Хорошо, Павсы. Блять, как же назвать тебя, сука? Я что-то обрежу, мне нужно думать. Мне нужно подумать, это прям, это точно. Так, надо подумать. Еще давай, еще чуть-чуть подумаем. Давай подумаем еще чуть-чуть. Сейчас я думаю. Я пока думаю так, еще до сих пор думаю. Не его как назвать тебя. Подожди, как ты пишешь, блядь, дебил? Пав-кар-фосы. Нихуя не будем придумывать. Короче, и так и назовем. Так и назовем. Так и назовем, вот так и назовем. Ну, блин, вывеска слишком большая, да, получается? Puff Car Sale. Давай назовем тогда вот так, смотри. Назовем вот так, мне не нравится, что здесь, короче, какие-то маленькие буквы. Давай мы их сделаем большими сразу же, вот так. Вот, по поводу отпуска, кстати. Прикольно отдохнул, классно, сейчас надо возвращаться. Сейчас очень много идей, различных прикольных игр. Надо поиграть, посмотреть. И вообще всех приветствую, всем рад. И вот, для вас-то ничего не изменилось, да, серии-то выходили, как и выходили. Но я отдохнул прям с кайфом. Puff Car Sale. Ну, кстати, вот ничего такой, да? Вот так ничего? Вроде неплохо. Размер. Давай размер сделаем поменьше. Вот такой давай. Ширина. Нет, ширину давай-ка мы как-нибудь... Нихуя. Кстати, смотри. Вот можно вот так... О! Смотри, какой кайф. Громко, какой нихрена, дождь и дует, и вообще. И собака гавкает, и вообще не понимает, что происходит. Так, хорошо, давай посмотрим. Цвета. Красный, кстати, можно неончик такой, ну не неончик, а вот что-нибудь, о, сейчас, дерьмо, конечно, редкостное, поэтому не будем это делать, так, ну красненький давай, хорошо, устану, декорации, смотри, декорации, так, значит, пока декорации трогать не будем, интерьер нам тоже пока не интересен, офис, думаю пока, давай, кстати, смотри, о, не-не, нихуя себе, блядь, 1000, да пошел ты, у меня пока денег нет, так, офис, давай, вывеска. Офис, вывеска. Вывеску мы уже сделали, правильно? Все, вывеску. Car... В смысле, блядь? Надо установить было, сука, блядь. Puff Car Sale. Сали. Сали будете? Сали не буду, спасибо большое. Так, погнали, хорошо, красный. Делаем установить. Так, установить. Хорошо, все установил. Задание выполнили, мы красавцы, молодцы. Что дальше? Быстрое перемещение. Вы завершили свою офисную работу. Поезжайте на район по соседству, чтобы купить машину. Вы можете воспользоваться автобусными остановками для быстрого передвижения. Ближайшая остановка находится прямо напротив офиса. Хорошо. Я, собственно, готов. Так, у нас меточка есть, да? Меточка есть, куда ехать. А вот, сука, смотри, конкурент. Если что, мы вот этих первых подожжем. Так, это кто? Эвакуатор. Стоит, сука, ждет. Стоит, ждет, пока мы что-нибудь накосячим, и нас надо будет увезти. Все, ждем. А мне куда нужно? В соседний район, да? Так, соседству, поезжайте на район. Вы можете найти автомобили на продаже в районе. Хорошо, погнали на район. Путешествие. Так, найди подходящую машину и купи ее. Поговорите с владельцем, чтобы обсудить сделку, информацию. Если вы сильно разозлите клиента во время торгов, сделка может сорваться. Хорошо. У нас есть 7408. Здорово, мужик.
Я смотрю клиента, а по твоему виду скажут, что клиентов у тебя просто, блядь, тучи. Но я вижу, видимо, кстати, не пойму тут. У тебя как-то так глухо, кстати, несмотря на то, что у тебя такая бронированная классная машина. Давай посмотрим. Ты у нас первый в глаза попался, поэтому посмотрим. В тачках, я говорю, не разбираюсь вообще. Вы сможете увидеть все детали автомобиля, а некоторые детали могут быть... Стой, мужик, подожди, ты что там говоришь? Да подожди, ты говорю. Очки умений, бла-бла-бла. Так, давай. Вы можете проверить точность отчета здесь. Продавец может лгать вам, поэтому вы можете провести проверку, чтобы увидеть достоверные данные. А здесь вы можете увидеть поврежденные или перекрашенные части автомобиля. Если они утаены, вы можете использовать очки умений, чтобы обнаружить их. Хорошо. Так, а что значит отклонено? Навык на возможность торговаться. Так, вы можете открыть навык на возможность торговаться. Хорошо. Экспертиза. Экспертизу могу взять, я хочу посмотреть. Как дела, брат? Эй, братан, вы можете... вам повезет, если вы купите машину с таким маленьким пробегом. Моя машина вполне доступна по цене, а ее характеристики значительно улучшат вашу жизнь, и это всего лишь за 3632. У меня не предусмотрен торг на машину. Ага, я понял. Отчет может быть фальшивым. Вы можете сделать экспертизу, чтобы увидеть реальное состояние. А как сделать экспертизу? Вы можете открыть навык, чтобы увидеть повреждение автомобиля и получить опыт. Хорошо, сейчас подожди, мужик, подожди здесь. А, никуда не уходи, как открыть? А, как навыки? О, смотри, нет, стоп. Стук-тук постучаться. Блять, что происходит? Стопэ, стой, убери руку, блять. Убери руку, дедок. Так, так, я не знаю, давай, ладно, подождем, пока ты у меня подозрение вызываешь, что ты такой хмурый, неинтересный и немножко в тоску вгоняешь. Здорово, мужик, ты... Хули ты сидишь в мусорке? Тебе живот, что ли, болит, блядь? Блин, что? Отклонено, смотри. А, может быть, нихуя себе ты загнул, блядь. 55 тысяч, ты чё, блядь? Ебанулся, что ли, блядь? Вот ты, кстати, веселый. Вот ты, кстати, веселый, забавный. Как ты? 6206, смотри. Нормально, может быть, сфабрикован, да? Экспертизу как взять-то, ёб твою мать? Сразу, наверное, не будем шиковать, да? Сразу не будем шиковать. Возьмем, наверное, не вот эту, а возьмем грузовую. Грузовая немного стоит, и если мы наебемся немного, то не так страшно будет. Это что? 0,212, хорошо. Дом говно. Дом брать не будем. Так, все, давай, хорошо. Давай попробуем, мужик. Хорошо, я согласен. Привет, привет. Да, я согласен. Давай осмотреть машину. Давай осмотрим ее. Так, вроде не бит, не крашено. Не бит, не крашено. Открыть дверцу можно? Нельзя. Так, хорошо. Текущий цвет. Заводской цвет. Ага. Пробег 68 тысяч. Это много или мало? 68 тысяч это, наверное, немного, правильно, для машины? Коробка передач. Механическая цена покупки, расходы. Не расходы, не топливо, не окрашено, загрязнение, повреждение. Ничего нет, давай попробуем. Хорошо, я себе куплю, я тебе рожу начищу. Если ты меня наебешь, я тебе рожу начищу, я тебе сразу говорю. Так, берем. Вы действительно, вы сделали действительно хороший выбор. Хорошо, вы купили машину. Так, время зарабатывать. Припаркую машину у входа в офис. Чтобы продать... так, подожди, я потерял. Чтобы продать ее. Затем открою свой компьютер, веб-сайт и выставь ее на продажу. В зависимости от состояния автомобиля, клиенты начнут прибывать в течение дня. Если автомобиль выставлен на продажу, вы не сможете им пользоваться. Хорошо, погнали. Так, автомобильная панель. Не, подожди, а можно... Подожди. Есть, бля. Здесь вы можете увидеть все кнопки, связанные с автомобилем. Хорошо. А здесь вы можете ознакомиться с текущим состоянием автомобиля, в том числе с тем, установлен ли нос или другие детали. А какой нос? У меня. Зачем в автомобиле нос? Мне кто-то объяснит? Напишите, пожалуйста, в комментариях, зачем автомобилю нос? Он же, как бы, не человек. Я угораю. Но я правда не знаю, что такое нос. А, аварийка, так. Хорошо, как третьего лица? Сменить камеру. Так, хорошо. А можно? О, бля, нет, совсем жу. Бля, тут нельзя двигать, смотри, говно. Так, аварийка. Аварийка работает. Давай, да, короче, смотри, двигатель. О май гад, как это громко, блядь. Это вообще жесть. Громкость окружения, так. О, вот так вообще кайф. Так вообще кайф, красота. Припарковка машин. Смотри, надо проверить. Аварийка. Аварийка работает. Все работает, правильно? Гудок. Ближний свет. Смотри, дальний свет. Все работает, ближний, дальний работает. Левый поворотник работает, смотри. Правый поворотник работает. Что, блядь, еще нужно? Что еще нужно? Закись азота. А, можно отдалить, смотри. Не, выруби. Да, выруби, говорю. Так, поехали. Нам сейчас вот сюда, я думаю, быстренько домчим. Камера, конечно, ущербная, я вам сразу скажу ужас. Лучше с салона вести. Так, закись азота.
А, это получается потом... Бля, подожди. Что? А, все, понял. Ну, я не умею водить машину, не орить на меня. Поехали так. Поехали, короче, напрямую. Дальний свет, ближний свет. Красота, все, до свидания, я победитель. Я, мне кажется, я выиграл вообще все в этом мире. Машина вообще хороша. Машина хороша, мы сейчас с вами разбогатеем. Так, главное машину сейчас не повредить. Главное машину не повредить. Давайте с вами аккуратненько сейчас попробуем. Давайте, тихо. Давайте аккуратненько попробуем, чтобы машина, главное... О, блядь, что-то... А, ты ебанько, блядь. Ну да, короче, аккуратненько попробуем ее довести. Главное, чтобы ничего не повредило, все было хорошо. Чтобы она была у нас идеально новая. Так, кстати, соседняя... Блядь, как жалко мне тебя. Как жалко, что ты у меня. Так, а мы спиздить можем машину какую-нибудь? Ну, чисто взять и продать просто машину найденную. Так, мужики, спокойно. Смотри, я включаю поворотник. Правый поворотник. Ничего не вижу. Вообще нихрена не вижу. Так, подожди. Это... Ёб твою мать. Сука. Это страшно, блядь. Вот этот... Как он называется-то? Блядь, забыл, прикинь. Забыл, как называть. Вот этот вот эвакуатор. Вот, эвакуатор страшный, он постоянно приближается ко мне. Мне кажется, он меня хочет потихонечку нагнать и достать. А вот наш прекрасный Пав Карсейл. Паркуемся, смотри. Двигатель. Ай. Из машины вылазим. Все. Теперь, смотри, припаркую машину у входа в офис, чтобы продать ее. Затем открою компьютер. Хорошо. Хорошо, я сейчас все открою. Так, давай закрывай. Садимся. Так, веб-сайт и выставь на продажу. Собственно, вот веб-сайт. Не продается, delivery track. Так, я хочу продать. Вы можете добавить фотографии и щелкнуть левой кнопкой выше. Вы можете удалить фотографии и щелкнуть правой кнопкой выше. Вы можете ввести цену автомобиля здесь. Хорошо, мы за сколько купили? 3600, что-то как-то. А, вот, цена покупки. Давайте попробуем, ну, чисто пока, чисто по приколу. Давай 4. Давай 4. Так. Давайте 4500. Попробуем, просто попробуем. Если не будет ничего, выставить на продажу, давай фотик. Ага, подожди, а как фотки сделать? Окрашено. Смотри, ах ты сука. Окрашено здесь, оригинал. Оригинал только вверх, да? Окрашено, так, 12%. Повреждение. Ах ты сучка. Ара, блядь. Продал, не бито, не крашено. Оказалось, бито крашено. Повреждение 55, окрашено, загрязнение, топливо. Но мы можем ее, наверное, почистить, да? Мы, наверное, можем ее почистить, цена продажи. Вы можете открыть навык для просмотра цены автомобилей при продаже. Хорошо, давай попробуем 4500. Продается за 4500, да? Все, отлично, ваш первый автомобиль выставлен на продажу. Клиенты будут проверять состояние автомобиля. Поврежден ли автомобиль, хорошая ли цена. Довольный клиент, успешная продажа. Хорошо, давай посмотрим. Так. А вот и первый покупатель. Так, мужик, стой, где покупатель? Так, здесь никого вроде нет. Наверное, вот тут, да? Так, давай открывай веб-страница. Так, хорошо. А где покупатель? Убрать продажу. Так, если... Так, подожди. Так. Пришло время продать свой первый автомобиль. Хорошо, а как продать-то? Так, поскольку это обучение, вы можете продать ее по ограниченной цене. После вы сможете продать по любой цене. А, так это обучение. Обучение, блядь. Так, хорошо, а как продать-то? Подожди. Читара, банк, автомобиль на продажу. Машины в продаже. А как-то... А где? Как проверить-то? Планшет. Так, для повседневного... А, наверное, планшет фоткать можно, да? Клиент в офисе. Так где ты, ёб твой, мужик? О, мужики! Ебать, чё, блядь? Так, здорово, мужик. Что, за 4500 он готов, да? Можно на возможность торговаться. Хорошо. Так, все вот это 4500. Эта цена не нравится. Нужно подумать. Цена меня устраивает, я согласен. Привет, братан, поверь мне, тебе точно нужна такая машина, это я ему говорю, да? Так, хорошо, цена меня устраивает, я согласен. Так, я нихуя не понимаю, что вы мне говорите, давай тебя, ты за сколько берешь? 4500, да? Вам повезет, так, нужно подумать минуту, проведу, я возьму ее. Цена справедливая, я возьму ее, да? А ты, мужик, тоже берешь, что ли? Вы втроем берете, блядь? Вы что, вы шведская семья, что ли, не пойму? Так, кто мне больше нравится? Смотри, ты вот азиат, давай ты. Ты вот маленький такой, хорошенький, прекрасный парень. Все, я готов. Давай продаем. Все, мульки, до свидания, в следующий раз вам повезет. У нас скоро новые машины будут, поэтому вы, собственно говоря, как-нибудь... Так, дверь-то надо закрывать. Офис-то могут ограбить, это что, мусор? Так, мусор мы везде продали? Мусор вроде... Все, офис закрыл, да? И что? Хули ты зависаешь там. Так, дом, кстати.
300 метров, тебе нужно поспать, чтобы сохранить игру. Это был отличный день, пора отдохнуть и приготовиться к завтрашнему дню. Пока что ваш дом это контейнерный домик, идите домой спать, вы снова сможете воспользоваться автобусными остановками. Хорошо. А, то есть ночью автобусные остановки, получается, работают, да? Если автобусные остановки работают, то мы можем... А, то есть пешком хочешь сказать идти туда? Или это все-таки район по соседству? Наверное, это... Я не могу понять, но мне кажется, это район по соседству, и там вот этот район по соседству, там уже можно, короче... А, там наша кровать и дом. Надеюсь, кровать не посреди поляны или там... Где-нибудь в горах просто хата стоит. Ой, просто кровать стоит двухспальная, и мы типа кайфуем спать. Спать, отдыхать и вся красота. Так, идем хорошо. Сейчас, короче, с вами покайфуем, поспим, отдохнем. Я бы сам поспал, поел бы и вообще пописал, покакал бы, все сделал. Но, собственно, все потом. Сначала надо бы... Надо бы подойти... Что сделать? Что-то хотел сказать, забыл. Короче, все, забудьте, забудьте и не вспоминайте. Да, наверное, сюда можно приехать, потому что вот... Это что? Просто, нахуй. Просто, блядь, контейнер стоит посреди дороги. Ну ладно, что делать? Что делать? Начало у всех такое. Так, закрывай. Так, свет есть у нас? Нет света. А, окна, конечно, у тебя зашибенские. Что-то написано. Ладно. Результат. 868 баксов. Хорошо. Наверное, можно было продать подороже, да? Я так понимаю. На следующий день. Автомобильный рынок открыт. Хорошо. Так, все, ну, как бы вот, вы видели, да, что нам нужно делать? Офис очень грязный. Хорошо. Ладно, пойдемте. Просто такой странный цвет у машины, красный. Я такой никогда не видел. Смотри, три оттенка красного. Ладно, пойдем. Конец. Вы можете отрезать конец игры. А офис где? Вам туда, да? О, подожди! Бля. А я все. А я не помню. А, вроде туда. Ладно, давай, кар-аукцион. Короче, кар-аукцион мы тебя тоже подожжем. А, нет, подожди, кар-аукцион, это, наверное, мы сможем... Со временем покупать. И, короче, да. Собственно, да. Вы, кстати, видите, как я загорел, да? Я загорел, я, короче, пав попас теперь. Опа, лагает. Автомобиль. Я не могу понять, блядь, как открыть. Я что-то нажал, и у меня пропала эта штука. Может, это баг, лаг или что-то, или фича. Так, авторемонт. А, вот и офис, да? Хорошо, автомобильный рынок открыт. Все, собственно, вот у нас наша... так, этот, сука, стоит, все, смотри, ждет, пока у меня какая-то гадость произойдет, чтобы взять и, собственно, эвакуировать и содрать с нас 1010, да? Так, вторая. Ага, понял. Так, выкидываем. Выкидываем, хорошо. Все, смотри, мы можем... мы тачку продали. Веб-страница, да? Тут у нас ничего нету. Пока ничего нет, хорошо. Все, погнали, посмотрим еще, какие машины есть в этом соседнем районе. Погнал, автомобильный рынок открыт, хорошо. Все, пойдем в соседний район. У нас там есть какая-то машинка, легковушечка. Сейчас мы посмотрим, насколько она... Вот, сука, продали. Смотри, продал машину. Бля, она классная была. Ладно, идем смотреть дальше. Так, опять ты. Ты опять со своими грузовыми машинами. Не, давай другую посмотрим. Потому что грузовая, конечно, класс. Так, давайте стойте. Давайте стойте здесь. Так, здорово, мужик. Здорово, мужик, сколько? Цена. Цена вопроса какая? Это что у вас? У меня так-то установлено АБС, да? У тебя установлено АБС. Понятненько, до свидания. До свидания, даже смотреть не буду. Так, подожди, вот это, кстати, нам, наверное, по карману, да? Здравствуйте, милая дама. Вы вряд ли нас обманете, правильно? Вряд ли. 2142. Ну, давай посмотрим. Посмотрим, насколько машина хороша и заведется ли она вообще. Так, давай. Так, машина завелась, уже хорошо. Все, мы уже победители. Мы уже победили. Давай, смотри, что делаем. Сейчас едем с тобой. А, вид из машины. Давай вот так. О, класс. А, стоп, а куда ехать? Так, а как... О! Вы че, блядь, ебанутые? Вы че, как психи едете-то? А куда ехать-то мне? Я, кстати, не... А как понять, куда ехать-то? Блин, навигатор, может быть. Подожди, а откуда я? О, я знаю куда. Нам вот сюда. Я по трамплину помню. Так, погнали. Так, не, давайте сейчас объедем, короче. Объедем трамплин! А, фак, я хотел просто объехать. Что-то...
Ой, господи, помилуй. Ладно, ничего страшного, поврежден, конечно, но она на ходу. Правильно, на ходу, значит, все нормально. Ой, блин, жалко, конечно, в сандалии машину. Так, ладно, в следующий раз будем аккуратнее. Давай, выходи. Так, машина. Смотри, мы можем же ее почистить, добавить топливо. Не, ничего не буду делать. Все, погнал. Так, все, сейчас миллиончик продаем ее и все. Думаю, на этом заканчиваем игру. Сейчас за миллиончик. Так, веб-страница, хорошо. Вторник у нас 6 косарей. А не продается. Пробег 8 тысяч. Вообще, так она новенькая, сладкая вообще. Повреждение. Ну, повреждение это чисто из-за меня. Повреждение чисто из-за меня. ТКС, что-то ЕСП, что-то там БКС. А загрязнение, так, повреждено. Ну, это я летел по встречке. Давай попробуем за 3500. За 3500 попробуем выставить на продажу. Все, за 3500 выставили, посмотрим, приедет кто-то, посмотрит или нет. А, продается, да? Big sale. Большая продажа? Этот, нога чешется. Как нога чешется, капец. Так, смотри, куда идем. Так, у нас есть еще 6196, да? Погнали, посмотрим тогда. Бездомный, здорово. Так я... Ладно, карму почистили, ничего страшного. Видимо, тут, тут мы можем с вами машинки, собственно, чинить. Тюнинговать. Что-то делать, что-то не делать. Хорошо. Так, что там будут покупать, нет? Я не пойму. Или мы, блядь, в этот раз в минус, что ли, уйдем, не пойму. Так, ладно, давай веб-страница. Мне бы планшетик еще. И как-то понять, как продается. Смотри, не, давай цену поставим. Так, убрать с продажи. Смотри, давай попробуем. Что-то не пойму, она не так хорошо идет. 3000, давай, выставить на продажу. 3 косаря на масс. 3000 рублей машинки, как вам? 3 косаря машина, просто, это считай, просто на кофе недельку сэкономить. Мою машину вообще кто-то будет покупать или нет сегодня? Я не пойму, вообще не хотите ее покупать? Это вообще, ну это идеальное предложение. Не пойму, смотри, не бита, не крашена, повреждена, но не разбита же. Номера идеальны, смотри, чистенькая, беленькая, блядь, мятая такая, ёпта. Охуеть, это мятая какая. Так, ладно, смотри, час, подожди, там, час дня. Час дня уже, ладно, поехали другую возьмем или подожди. Ладно, давай подождем, пока, может, эту захотят купить. Поехали на район, но в этот раз трамплин, я думаю, надо объезжать. Трамплин надо объезжать, потому что не вариант. Так, хорошо, я подавился, собственно, слюной. А, нет, я лучше продажник, поэтому дайте мне, пожалуйста, машину. Здравствуй, ты вообще не сидишь, да? Та вот, короче, мне предлагают машину галимую, она вообще не идет. Вообще никак не идет, не могу понять, что это за машина. Но это какая-то легковушка была обычная, а вот это ни хрена себе, смотри, какая сосочка, а. Не ты, а вот, о нет, я себе, вот она убитая какая-то, или это такой цвет, типа под медь, или под, ладно, забыл как за 18, смотри, но она прибитая, убитая, да, пробег 142 тысячи, 13-й год, кстати, неплохая, смотри, неплохая, прикольно выглядит, но я думаю, нет, так, о, вот это наша краса, сколько дашь, 12 тысяч, ну ты что, ебанулся, что ли, мужик, какие 12 тысяч? Пойдем посмотрим, что еще есть. Так, не, ну это нам... О, смотри, вот эта красота. Вот эта красота, главное, чтобы завелась. Кстати, вы очень похожи, у того мужика такая же, и вон еще одна. Вот эту мы уже брали. Давай вот эту возьмем. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Ого. Стоит, ебать. Хоть ты не берешь, да? Блядь, могли взять бы это. Ну, я пока не могу, да? Не могу не торговаться, ничего. Давай хорошо вот эту. Вот эту можно посмотреть. Блядь, стоите вы опасные. 1393. Ну давай попробуем, хорошо. Спасибо за сделку. Так, давай, главное, чтобы она ехала. Давай, заводи. Все, машина едет. Машина едет, красота. Так, теперь, смотри, трамплин, значит, нам туда. Так, только... Так, заниженная вообще, красавица. Нам сейчас можно по дороге, но давай здесь. Только аккуратно, прям ничего не повреждая. Ты чё? Ты чё, вверх поднимаешься? Так, спокойно. Бля, ну топит неплохо, смотри. У вас есть очко навыка. Нет! Спокойно. Так, спокойно, у вас есть очко навыка. L-I, что это значит? Подожди, блядь. Так, что это? Один. Что за значок? Так, не могу понять, как открыть очко навыка. Мне никто не объяснял, ничего не показывал, поэтому я вообще пока не понимаю, что здесь надо делать. Спокойно, расход. Сейчас посмотрим. Так, давай выходи. Так, а машину-то? Ничего не пойму. Так,
Так, так это гудит, что ли? Блять, нихуя не пойму. Так, стоп. Там что-то гудит. А, подожди, клиент в офисе. Продается. О, на, забирай быстро ее. Блять, забирай. Здорово. Все, забирайте, забирайте. Эй, молодцы, блядь. Да, блять. Так, подожди, разговаривать. Так, ездил очень мало. 3000, я думаю. Так, давай думай. Мне кажется, дороговато. Давай-ка посмотрим, хорошо. Может, вот это вот для этой не дороговато. Здорово, бэйб. Блять, они не хотят. Ну хорошо, ладно, продаем. Все, до свидания. До свидания, вам счастья, здоровья. А, так, начко на... Начко, блядь. Это что? А можно посмотреть? А, вы сможете самостоятельно помыть? Нет, не хочу. Открыть, обсуждать цену с продавцами и покупателями. Так, вы сможете увидеть поврежденные детали машины, также позволит вам сделать экспертизу. Так, это неплохо, кстати. Торговаться, смотри. Давай посмотри вот это сначала. Будем, короче, смотреть туда-сюда. Так, давай. А, подожди, так я могу... Я могу сразу сейчас прям экспертизу? Или в тот момент, когда покупаю только? Наверное, когда только покупаю, да? Ладно, хорошо. Так, веб-страница. Так, не продается. А, 1390. Давай попробуем двушку. Или хотя бы давай 1800. Потому что мы в жопу в минус ушли. Жестко, блядь, в минус ушли. Наверное, косарь где-то. Выставить на продажу, да? Давай выставим на продажу. Ну, посмотрим. А, подожди, стоп, надо посмотреть, она вообще битая или какая? Повреждения небольшие, кстати, смотри, окрашена, да, окрашена, но... Из оригинала у нас только эта, получается, деталька, вот эта и вот эта, да, 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 да. Вы сможете открыть навык для просмотра цены автомобиля при продаже. Ладно, это потом все сделаем потом. Так, пошли, пока 5 часов, мы можем еще одну машину взять. Так, а это что? А это надо убирать? Надо мыть, что-то убирать, чистить. Так, ладненько, хорошо, идем сейчас, смотри, едем опять, смотрим еще, что там за машина. Автомобильный рынок, мы можем на рынке, да, что-то покупать. Сделайте перерыв и сыграйте в игры. Ух, это что-то, короче, классно. Ну, классно мы сыграем, я думаю, потом, потому что денег нет, вообще мы бомжи, пока ничего интересного мы, собственно, сделать и не сможем. Так, ладненько. Есть что новое, мужики? Мужики там... Что так? Погоня какая-то. Машины одни и те же. Так, здравствуйте. Теперь я босс, теперь я красавец, теперь я могу... Эй, братан, 7000. Экспертиза. Проверить. Ты в шоке, да? Так, загрязнение. Специальный идентификатор. W. Так, подожди. W81. Проверить. И чё? Так, и чё? Экспертиза. Ну так, загрязнение и топливо. А повреждения? Не пойму. Не пойму, вот смотри, есть специальный идентификатор, но что-то она... Короче, я проверил, проебал бабки, и, короче, ты идешь в задницу. А, ладно, идем. Нет, это что-то дорогое. Пока еще не пойму, как это все работает, и выйдем ли мы в плюс вообще когда-нибудь. Вот это помню, да, это хорошо. Это дорогая. Это дорогая, мы как-то, я даже не знаю, насколько она нам пойдет. Вряд ли она нам вообще пойдет. Так, это едет, это она вообще мы не сможем. Так, это вообще поселок или что? Резко, да, перешел. Резко я так перешел. И еще что, не пойму, вообще машины есть тут или нет? Машин больше не вижу. Машин не вижу, так, ты. Ты, по-моему, вообще... Сука. Падаль, блядь. Не успел. Я хотел купить и поехать домой, а там разобрались бы. Так, офис грязный и офис... Это ж там? Пешком не пойду. Пешком не пойду, ноги уже не те, я уже устал целый день вот этой продажей этой занимаюсь. Продажи, не продажи, вот это все делаю, туды делаю, сюды. Непонятные дела, короче. А в итоге за день мы с вами вышли в такой, короче... Подожди, это ж кровать наша. А, ну да, смотри. Так, пойдем спать, я думаю, утром сразу же отправимся, да? Все, спать. Так, результат, ну, знаешь, если мы сейчас за 1000, сколько там, 800 продадим вторую, то мы сильно там в минус-то и не уйдем, правильно? Правильно. Идем. Так, 5738, погнали. Аукцион открыт сегодня в 4 часа дня, да, вечера, или как это правильно, там, PM. PM, вечер, день, там вообще ночь и красота. Так, мужик здоров сидит, опять, смотри, этот бомб сидит, ты постоянно ему даешь деньги, сука, он сидит и сидит постоянно. Ты то там сидишь, что здесь сидишь, что ты вообще красава. Держи. Так, не, это что-то на дорогом, это что-то тоже на дорогом. А кто-то продает еще что-нибудь?
Ух ты, блядь, аккуратнее, ты смотри, что делает, а? Так, тот. Ну, тот, по-моему, дорогой. А, не, смотри, по виду такой прям не очень дорогой. Давай посмотрим, может, отвезем и глянем. Так, офис закрыт. Сколько предлагаешь, мужик? 600. Зараза такая, а. Торговаться нельзя. Ладно, хорошо. Так, а ты чё? Ну, ты, наверное, сейчас бахнешь там под 50-40. 4? Опа. Смотри. Давай экспертизу. Нам денег все равно хватит. Экспертиза. 883. Проверить. А ты почему-то не смог проверить. Так, а что об экспертизе? Номерной знак, специальный идентификатор. Перетащите, чтобы проверить страницу. Ага, смотри. Опаля! Смотри, детали, оригинал. Клиент, отчет. Так, клиент. А клиент все правильно говорит. Он вообще все четко говорит, классно. Отчет в порядке. Супер. Красота. Мужик, тебе доверяю. Отчет полностью верный. Хорошо, спасибо большое, да, берем. Повреждения небольшие, и, собственно, мы, наверное, сейчас разбогатеем. Давай садись. Заводи. Ой, шикардос, красота. Поехали. Так, подожди, хуйня какая-то. В смысле нет? Так, респаун. Блять, реально, реально забаговалась. Смотри, чуть-чуть едет. Она чуть едет, нет? Сука. А можно доставку оформить? Блять, что делать-то теперь? Так, давай попробуем. Это жестко, респавн. Ой, тихо, ты чё такой вообще, что ли? Супер. Красота, они это предусмотрели, это вообще супер. На самом деле, это очень классно. Потому что баги в этой... вообще не едет. Ладно, грузовые, кстати, я думаю, в ходу будут, потому что я так думаю. Я вот чувствую, что вот это нас озолотит. Это нас озолотит, это красота, и офис бы открыть еще. Так, все вот так, да? Все, красота. Не, подожди. Так, подожди, мужик. Давай. О, супер шик. Все, офис открываем. А, то есть надо открыть дверь, чтобы офис, короче, открылся, да? Ладно. Не, машину не будем садиться. Сейчас мы с вами веб-страница не продается. Я купил ее за 4. Давайте продадим за 5500, да? Давай 5500. 5500 вообще хорошо. Она вообще должна быть прекрасна, не крашена, не бита и вообще супер классная. Так, теперь, наверное, ждем. Навык вряд ли я открою, да? Пока у меня нет навыка и опыта пока нет. Ладно, ждем. Ждем, тогда вот здесь ходим вот так вокруг и ждем. Вот так вот ходим, ждем, ходим, ждем. Не, ладно, не будем ждать. Все, поехали, короче, съездим на аукцион, посмотрим, что это такое. В 4 часа, да? Начнется. Так, а у нас пока... один. Опа! Опа, мужик, здорово, ты прошел сквозь машину. Я готов, все, давай продавать. За сколько? Бери за 1800, не прогадаешь. Гоночный комплект. Эта цена мне не нравится, нужно подумать. Ладно, давай продаем, все. Главное от нее избавиться. Так, собрать мусор. Давай убрать. Насрали, главное, ушли, за собой не убрали, насрали, вообще ужас какой-то. Офис грязный, офис чистый. В смысле грязный, где грязный? Так, мужик, блядь, дешевле пятерки не продам, сразу пойдешь нахуй отсюда. Реально, говорю, пойдешь просто в жопу отсюда, если сейчас вот скажешь меньше пятерки. О, цена справедлива. А я не прогадал ли с ценой вообще, вот на самом деле? Цена покупки 5500, ну ладно, давай, хорошо. Все, смотри, мы в красоте. Мы в итоге вышли в ту же цену, которая у нас была изначально. Ну ничего, теперь примерно понятно, что делать. Куда идти, главное, не насирайте здесь, пожалуйста, и все будет в красоте. Заходим сюда. И что я вам предлагаю? Продолжить уже в следующей серии. Потому что, ну, достаточно нормально уже. И плюс ни хрена там тачка за $700. Ford Just... Holy shit. Надо посмотреть будет. Собственно, вот. Спасибо, что посмотрели. С вами, как обычно, был Руслан. Увидимся уже в следующих сериях. Подписывайтесь на YouTube, Telegram, Discord, Рутуб. Оценивайте, ставьте лайки, комментируйте. Все ссылки находятся в описании под этим видео. Не забывайте про колокольчик. И всем удачи, всем пока.